70-летие Победы в республике тоже отметят с размахом. Уже принято решение, что в Чебоксарах кардинально отремонтируют 30 квартир участников войны. Часть средств на эти цели выделят спонсоры, часть поступит из резервного фонда. По традиции этой весной ко всем ветеранам придут волонтеры, чтобы помочь убраться в доме. Добровольцы делают это каждый год в рамках благотворительной акции «Чистые окна». Для горожан в честь Дня Победы городские власти планируют устроить необычный проект «Маршрут памяти». Чебоксарцев пригласят на экскурсии по улицам, которые названы в честь героев. Всем желающим также предложат побывать в местах, где в 40-х годах располагались эвакуационные госпитали. В мае будут проведены и традиционные акции. Молодые люди вновь пройдут по городским улицам с портретами фронтовиков. А для ветеранов в День Победы заработает полевая кухня. Обещают и разнообразную концертную программу. Ежегодный парад в этом году должен стать еще масштабнее. По Красной площади строевым шагом планируют пройти и сами ветераны. Для прохождения торжественного марша планируется привлечь личный состав в количестве 20 ротных коробок численностью более 1000 человек. В том числе планируется привлечение учащихся кадетских школ и классов. Свыше 50 единиц техники с численностью 100 человек. Всего планируется задействовать около 1500 человек. Техника будет не только на земле, но и в воздухе. На парад Победы в Чебоксары, возможно, прилетят вертолеты. Если повезет с погодой, то свое мастерство чебоксарцам в этот день продемонстрируют и парапланеристы.